Яблочко катится, песенка поется, а в русском доме тоненькая ниточка придется. Прядильщиц олицетворяли с богинями судьбы. Их ремесло напрямую увязывали с магией, ведь из бесформенного комка волокна они делали тонкую нить, заполняя пустое пространство, как бы сплетая будущее. Так повседневный труд превращался в священное действие. Вот сидела женщина. Сначала, во-первых, сеяли, допустим, лен, потом его убирали, потом целая процедура, чтобы из этого льна сделать ниточку. Делали нить, потом ткали, потом шили вот, допустим, такую рубаху. И вот представляете, она же красивая, эта рубаха. Вот сколько любви было вложено той женщине, которая делала вот эту рубаху, чтобы вот она была, да, чтобы она была красивой. Это все сделано с любовью. Мы это, во всяком случае, я это ощущаю вот просто на физическом уровне. Чтобы в одиночку соткать 3 холста по 50 метров, нужно было ткать по 12-15 часов в сутки в течение 6 месяцев. И вот эта генная память, мне кажется, она просыпается у нас, независимо от того, взрослый, ребенок. Она просыпается у нас, когда мы прикасаемся вот к этим предметам, к прялке, к маслобойке. Тоже все сделано своими руками. Старинные прялки были своего рода учебником астрономии для женщин. Так как ими пользовались только в зимнее время суток, то на них изображали годовой круговорот солнца. А новорожденным девочкам пуповину перерезали на веретене.